Черная борода, капитан Кит, джентльмен пиратов. Первые два очень-очень талантливые пираты. А третий, самый грозный из них, он убивает не оружием, а добротой. Вот как, это же вы, джентльмен пиратов. Здорово подмечено. Ходит слух, что ты оставил свою комфортную жизнь, чтобы стать пиратом. У меня плохие новости, тюлень пиратов. Пиратство не для всех. Это правда опасно для жизни. Приветствую, я Черная Борода. Большая честь, сэр. Очень. Мы пойдем туда и захватим их. А какой прогноз по разбою? Запиши это. Почему ты не записываешь? Что ты делаешь? Обчищаю библиотеку, но вместо украденных книг я кладу те, что уже прочитал. Знаешь, как сложно найти кого-то оригинального в нашем деле? Вам не кажется, что этот наряд выглядит нелепо? Это хитрый ход. Когда ты одет лучше всех, власть в твоих руках. Ты безумный чудак, и мне это нравится. Мы головорезы, грабители. Это же весело. Да ладно. А где предупреждение? Это и было предупреждение. Многие пираты на самом деле душки. Идеально. Они просто пережили травму. Прикажите уничтожить их, капитан. А вы уверены, что это пираты? Сложно сказать. Среди них есть упитанная женщина в шелковом платье. Всем пригнуться! Джентльмен не приходит с пустыми руками. Я сделал тапас. Тапас — это маленькие закуски. Да, я в курсе.